видели математики. Я знаю. Со стереовщиком. Потом мы там. Она будет только вечно компьютерами ей нужно заниматься. Он делает разные игры на компьютере. Ну, она сегодня не ходила на работу. Петя на даче живет неделю, яблоки видит, уже поспели. А зачем? Привозит продукты до тат. Не знаю. Программистом. Тестировщик. А что такое? Тестировщики – это те люди, которые тестируют программы программистов. Мой папа тем же самым. Психует. Хочет надо быть. Хочет она. Стоит программа. По пятницам сложный день. Не играет так много. Вчера такую штуку писал, как он за кем приходит. Это не получается. Никто не может объяснить эту программу нормально. Говорят, идеальная программа, а никто обычно не может. Ну, иногда да. Да тарте. Ну, походу да. Приходите работать в Data Art. Приходите работать в Data Art. А это включено?